Задумывались ли вы когда-нибудь, чем грусть взрослого отличается от грусти ребенка? Почему ребенку вообще может стать грустно? Потому что мама не купила конфет? Или потому что папа не разрешает завести собаку? Нет, это совсем иная грусть. Загляните в глаза ребенку, который оторван от матери и лишен родительского дома, а вместе с ним тепла и ласки. Это иная грусть. Это иные глаза. Егору 9 лет, учится во втором классе. Мальчик спокойный, дружелюбный, рассудительный. Ребенок умеет контролировать свое поведение, неконфликтный. Егор увлекается рисованием, декоративно-прикладным искусством, любит играть в компьютерные игры. Занимается в кружках природа и фантазия, эко-студия «Живой мир». Егор не по-детски серьезен, и, глядя в его светлые, чистые, но печальные глаза, задумываешься о том, насколько наш мир полон несправедливости, которая не выбирает по возрасту. Меня зовут Егор. Я люблю из уроков труд, изо, физкультуру. Люблю делать поделки из соломы, из банок. Еще люблю вязать крючком кошельки. Я уже связал чехол и подарил классному руководителю. Из соломы корабль подарил тоже классному руководителю. Начал стать таксистом, когда вырасту.